На меня. Поехали смело. Стоп. Есть. Ага. А на сколько бьете? Вот сейчас дальнобой. Я тебе сейчас даже скажу. Насколько мы стреляли. Топ дальность 6880 метров. Ну а максималка, бачимо, как раз на краю 7200. Ну це дальнобой. Нежелательно, стволи старі, настріл великий уже. Вони не люблять цього. Так, я бачу їх. Радянські. Да. Це запаси радянські. Така робота, как би. Условия нормальные, їсти есть. Чупаки нормальні. Воду возять. Влажні салфетки есть. Печка робить, да? Гріх жалуватися. Побольше вцелей. Тем более БК підвезли, ну, все в порядке. Робимо свою роботу, та еще. Еще. Так, а там вам приветы всякие передавать можно? Конечно. Ганна Миколаївна, Олександр Вікторович, Запорожье, Харьков, Николаїв. Всім привіт. Даем за вас трошки жару и гадам. Кидаем. Писать не пишем, у меня фломастер закончился. Заряд туннель! Работаем по первой специальности. Я ж начинал как артиллерист. Так что все, кто меня знает, всем большой привет. В новом году. Счастья, здоровья, это понятно. Нашей перемоги. И миру нашей країні. Это самое главное.